Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование обстоятельств штурма Капитолия, рекомендовал привлечь к ответственности экс-главу аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза. Причина – отказ Медоуза дать показания относительно событий, произошедших 6 января. Члены комитета единогласно поддержали предъявление Медоузу обвинений в неуважении к Конгрессу США. В ноябре политическому консультанту Стивену Беннону, давнему союзнику Дональда Трампа, также инкриминировали неуважение к Конгрессу за неявку на слушание. Что касается Медоуза, в документах, имеющихся в Палате представителей, в частности, содержится электронное письмо Медоуза от 5 января. В нем он сообщил неизвестному человеку, что Национальная гвардия находится в режиме ожидания, чтобы защитить людей, поддерживающих Трампа. Медоуз отказался объяснить, что он имел в виду. 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.